Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале Томаты больше, чем любовь, Светлана. Мне в этот день хочется всех поздравить с Рождеством. Это для всех православных мира очень такой долгожданный праздник, очень радостный такой праздник. Мы в наше время очень так с нетерпением ждем этот праздник. В этот день мне хочется всем пожелать добра, добрых друзей и близких рядом, чтобы они в нужный момент вам могли оказать помощь, где словесно, где и материально возможно кому-то помочь. Хочется пожелать всем мира в доме, тепла в доме, хорошего взаимоотношения, взаимоотношений хороших, взаимопонимания с детьми, с родителями, со взрослыми и всеми теми, кто окружает вас. В этот светлый праздник всем хорошего настроения, доброго настроения, чтобы вы все хорошо, отлично справили этот праздник, чтобы до конца этого года мы в хорошем настроении жили. И самое главное, в этот день я хочу пожелать мирного неба над головой всем. Пока-пока.